Здравствуйте, меня зовут Раверова Камиля, я ученица 6 класса Щелковской гимназии номер 6. И я хочу рассказать о своем прадеде Галиябове Султане. Я очень люблю своего отца, и смотрясь его портрет, я вижу очень много нового между внешностью моего отца и моего прадеда Галиябова Султана. Галиябов Султан родился в 1919 году в деревне Кишет Антонинского района в Татарстане и был призван на фронт Щелковским районным военкоматом в первых числах июля 1941 года в воинском звании старший лейтенант. Он прислал своей жене, моей прабабушке с фронта, всего 3 письма. В первом он сообщал, что гибнут очень многие, гибнут совсем молодые люди, не знавшие пороха, не державшие в руках оружие, так как в первые дни войны его просто не хватало. Во втором он писал, что будет проезжать мимо нашего города Щелково, просил встретить его, надеялся увидеться, но встреча так и не состоялась. Третье письмо дошло уже до бабушки, когда он, по всей видимости, был мертв. Там он сообщал, что гибнут очень многие, и еще он сообщал о ужасах в боях под Москвой. Значительно позже, уже находясь в эвакуации, моя прабабушка узнала, что она в 21 год с двумя грудными детьми осталась вдовой, что Галиябов Султан, старший лейтенант, умер, попал в окружение и пропал без вести. Еще долго после войны моя прабабушка ждала его, тогда еще многие возвращались с войны, но ему было не суждено. Он отдал свою жизнь для того, чтобы сохранить наши жизни, и это очень важно помнить.